Сегодня традиционно в преддверии женского праздника управлением административной полиции Кустанайской области проводится конкурс среди девушек города Кустанай и области по знанию правил дорожного движения, чтобы еще раз освежить, показать свои знания, показать свое мастерство. Ну, с каждым днем все больше и больше у нас таких прекрасных участниц дорожного движения на дорогах в качестве водителей. Среди как бы личного состава несущих службу на дорогах как бы отмечается, что, конечно, большая часть нарушителей среди водителей — это у нас мужчин. Как бы девушки, они более придерживаются правил, соблюдают их в строгом соответствии. Ну, в связи с тем, что их каждым днем все больше и больше, как бы они тоже составляют маленький процент нарушительности. Но большей части как бы у нас нарушают мужчины, потому что их больше на дорогах, и больше они управляют транспортными средствами. Но эмансипация как бы проходит все больше и больше, и каждая третья, четвертая автомашина уже управляется девушкой за рулем.